году 225 выпускников района из 22 общеобразовательных организаций окончили среднюю школу. Большинство старшеклассников планируют поступать в высшие и средние учебные заведения. В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой традиционное мероприятие пришлось перенести на август. Чествование выпускников состоялось в день рождения Татарского района. Золотым медалистам и их родителям вручили благодарственные письма, денежные подарки и сувениры. Спасибо вам за ваш труд, удачи вам по жизни. И вот несмотря на вот те ограничения, которые сегодня существуют, мы пошли на то, чтобы собрать вас и поблагодарить, и пожелать удачи в вашей дальнейшей учебе, дальнейшей жизни. Сказать спасибо вашим родителям, педагогам. Добрый путь, ребята! Кроме первых лиц, к выпускникам с напутственными пожеланиями обратились их родители и учителя. А затем с ответным словом выступили и сами медалисты.